Не, я просто, ну я просто не привык рпшить на этих серверах. Ну, говоря пункция, у меня пару недель назад взятку 50 тысяч брал. Да как ты говоришь? Да он долбоёб, я говорю ведь. Туго, в 10-7, знаете такое? Правила разве учили? Тимофей, вы не хотите размучиться в Дискорде? Да хуя, мне надоело этот РП уши. Тимофей. Какой РП? Что вы несёте? Мне надоело этот уши. Ну, снимайте. Человек, я сейчас вас задержу по статье 9.1 повышение своих участных полномочий. Давайте наручники с человека. Вы уже нарушили процессуальный кодекс. Вы нарушили процессуальный кодекс, эти действия являются незаконными. Ну хорошо, не, подождите, я обязан? Обязаны. Потому что процессуальный кодекс был нарушен в вашем лице. Ну, вы уверены, да? Здорово, займал. А можно открыть, пожалуйста, сэр? Можно открыть, сэр, пожалуйста? Сэр. Что? Свой человек. Я сейчас не понял прикола. Вставайте, вы спасибо. Это куда он убежал, я не понял, этот недосотрудник. Он около машины. Полцы говорят, что делать, если я консоль открыл? Как ее закрыть? Где его уволят? Кого? Ну да, типа, он сейчас просто, он нарушил 9. Точка, он уехал, он уехал, он уехал, он уехал. Не знаю. И вот сейчас там пришел из ее смс и просто говорит, снимайте наручники, я его задержу, он просто берет, садит меня в тюрьму и ебывает куда-то. Он просто уехал и посадил меня на 3 часа в аэрокопу. Алло. Алло. Да он кьюшнулся. Кьюшнулся? Вроде как. А, еще админ долбоя пишет. Не заметил нарушений. Да, вот слэш-кью. Он слэш-кью сделал.